Я понял, я ржу как буква К. Ага. Привет, Витёк здесь, и это рубрика «Виктор Реактор». Ой, извините, я забыл. Недавно Джеком Малапеццией был просто детективом. Мы пришли сегодня реагировать на алфавит лор. Лор алфавита от А до З. От Майка Вазовски, нет, от Майка Сальседо или Сальчедо, не знаю, смотря на каком языке это написано. И это гиперквадратное видео, будет выглядеть вот так. И я как-то мало места занимаю, давай разожмемся, раскукошь меня. Не настолько, вот так лучше намного. Чатик можно подключить, чатик будет там всякие рофлы писать, пускай пишут, они маленькие, вы их не заметите все равно. Поехали смотреть! Ну, мне просто очень сильно рекомендовал Декарт, если вы знаете такого. Говорит, просто шедевр, обязательно нужно посмотреть. Ну, я, чё ж... Мастер просто, мастер реакционного видео говорит, что это шедевр. Я пошел. Эй! Си! Ди! D? F. F. Не понял, погоди, а где E? Где E? A, B, C, D, E. Идет E. Лайк. Ставь лайк. Кто заметил E? F. А, вот и E, кстати. E. F. А чё F такая больная-то, я не... Видимо, F, это, знаешь, как говорит, F. Всему подряд, да? Это как что-то куда-то... Нифига себе, это что, пещера F? Я вижу вот это вот, как бы, клюв, это как будто F. F. Великолепно, погоди. Что с громкостью? Все нормально. Смотрим. Боже. Эй, вообще на стиле ты посмотри, ага. Эй. Боже, какая жесть. Кэп. Кэп такси. На квадратных колесах. Ну давай, догоняй букву F. Что? А чё он такой злой-то? Чё происходит-то? Ему что? Жена маленькая буква F не дала? Почему он такой злой? Почему он сбивает всех? Ого, он базуку себе что ли сделал? Чай? Оу, погоди, погоди, это же... Это же Джо-Джо. Я его узнал. Чай? Вон там Джея завалило. Я понял, я ржу как буква К. Бегите, голубцы! Сейлор Мун. О, нет. Да. Погоди, это должен быть. Я должен это еще раз увидеть. Это великолепно. Особенно вот это вот. Ракурс. Вот это шедевр просто. Это Гига Л. Сопля отразилась.
Тоже умеет, да? Такие бицуки нарастают. Брутально. Очень брутально. In. Так, это кто? Энди. Я понял, это слабый супергерой. F буквы F. Сейчас завалит его, смотри. Вы слушаете этот звук. Вот сейчас. Сейчас посмотрим, что с ним произошло, погоди. О, это девочка, да? Как мило. Она тоже супергероиня. LMNOP. Лмноп. Кью. Кью. Эн явно не удался у них. Эн не удался. Он сейчас тоже супергероем станет. Разобрал. Так, мэп. Карта. Ага. Сейчас Джей, смотри, слижет. Кёп. Блин, у них такие голоса классные, я не могу. Такой ржака. Он их примагнитил. Высосал все горошинки из них. Это ж камни бесконечности. Точка, двоеточие и точка с запятой. Ты. О, забито. Чи-чи-чи-чи. Би-си. Чё, кто победит-то, Зет? Так, ещё раз бицуху отрастил и... Ха-ха, профильтровал! И классная. О, она сделала из нее Е. Не попал, не попал. Что с ней случилось, я не понял. Он ощутил запах Н. За жопу укусил. Пи. Нет, только не пи. Эй, они потеряли Эй и Си. Но тут приходит
You. You? Gun. Пушка. Вы. Джи-джи. Все? Насмерть, что ли? О, пи, бедная пи. Это была буква пи? Как так? Это была откусанная пи. Он издалека не понял, что это пи, а не эф. Но... Как так? Эф. Боже, какой харизматичный у них сегодня злодей, а? Мне очень нравится. Coward. Коварный. Это кому-то ужастик снится. Нам туда. Он заснул за рулем, что ли? Я не понял. Ему приснилось. Видимо, победит Ку. Икс. Икс. Ого. Говорит, давай без спецобилок. Ну давай. Быстро он его. Блин, все способности собрал. Вагном. Так. А почему он отрыгнул? А, так это одна большая буква F, я так понимаю. Смотри, по стенкам размазался. Он уже в желудке, да? Беги, Энн! Сейчас Энн сойдет с ума и станет зет. Смотри. Хоп. Сто пудов. Кавер. Максимальное преображение. Сейчас все волосы отрастит со всех сторон. Ух, нифига себе, радужный удар. У-ху! Так, и чего? Все, он победил F?
Погоди, там что было написано? Friends. Господи, сижу. Friends. Друзья написано, ребят. Ёлки-палки, какая отсылка. Кью дошла. Это когда они были маленькими, да? F вообще топ. Я тоже так умею. Видимо, они когда-то были в детьми, да? И друзьями были. Фарт. Пердок. С тех пор H стал духом. Ржака. Так вот, что это такое? Это слезы F были. Фрик. Они сделали из него фрика. И Кью все понял и никак не мог догнать их, чтобы рассказать эту историю. Кью! Зачем, говорит? И он пошел им рассказывать это. А они никак, они убегали от него. И он никак не мог их догнать и рассказать историю про что происходит. Ну. Вот так вот злодеем он стал. И все отвернулись от F. И вот он вырос. Зент, он сказал. В общем, на планете Z это все происходило. Z, Земля. Вот такая вот история. Блин, а круто. Я плачу, пишет чат. Тут вначале, конечно, ржака лютая была, а потом, смотри, глубокий смысл появился. Витёк, там есть вторая концовка. Ну давай, эпилог к алфавиту. Опа.
впереди. Время вспять крутануло. Марвел нервно отдыхает в сторонке. Какие съемки, ты посмотри. Два избитых другана. Они вместе пошли. И тебя обниму, говорит. Как мило. Очень мило. Аман, можно спать дальше. О, вот это классная концовка, да. А то просто непонятно было, да, что же там в конце-то? Ну да, ну вот так, ну вот остались они там в пещере, и что? И вот оно, что произошло, оказывается. Магия буквы Z спасла весь мир, господи. Ну чё, как? Вообще, кому какая буква больше всего понравилась? Обязательно пишите в чатик сейчас прям и в комментарии под видео, кто себя с какой буквой ассоциирует, кому какая понравилась. F. Что ж, это было величайшее произведение от Майка Вазовски, в смысле Салседо. Было очень круто. Есть, говорят, даже еще русский какой-то алфавит, но это мы на следующий раз оставим, если вдруг вам захочется. Хорошо? В общем, лайки ставьте. В описании ссылочка на плейлист Виктора Реактора. Ну и до встречи в каких-нибудь следующих сериях. А пока.